Hey, you guys, с вами Шмик, и мы сегодня продолжаем проходить игру под названием Enter the Gungeon. Ну как проходить? Во-первых, обозреваем персонажей, да? А потом буду как-то стараться на выигрыш. Окей, преступница. Че у тебя есть новенького? Фотография проводящая бешенство. Не верь, он все врет. Пассивная. Фотография, которую преступница принесла с собой в оружие. Во время путешествия в брешь пилот однажды спросил преступницу, почему она все время смотрит на эту фотографию. Потом ее пустили из карцера. Выпустили. Так, давайте тогда... А, это у нас обучалка, точно. Я думал магазин, а магазин же у нас сверху. Нужно посмотреть, у нас же новых этих... Дали. Блин, а можно попробовать? Слушайте, он же сказал, что станет немного сильнее, сильнее, сильнее. Так, тут у нас закрыто. Там закрыто. Поехали. Луч. Пушка, горячий свинец. Медальон сердца. Ланчбокс, ящик. Почтовый ящик. Так вот. И что у нас вообще есть? Давайте посмотрим. Коробка там. Так. Так, так, так. Старое золото. Для тех, кто знает толк. Так. Дробовик – шедевр. Верный ответ – это не всегда пушка, стреляющая пчелами, а водомет или пылающая рука. Так. Иногда все, что вам нужно, это безупречное воплощение простой идеи. Это позолоченный двухствольный дробовик является собой лучшее достижение традиционного оружия искусства. Обычный дробовик на взводе. Обычный дробовик, ничего особенного. Это оружие особенно любит кочующий по оружию клан дробовика. Она напоминает о доме. Сирена. Русалкопушка. Водяные залпы из сирены могут спасти жизнь при встрече с ядовитыми лужами или очагами возгорания. Королевская пушка. Да здравствует. Быстро стреляет во все стороны. Громоздкая корона символизирует власть над пулями. Так, это было. Это было музыкальное. А так, маленький бомбандир, переплавь и проиграешь. Заряди для бомбометания. Один забывчивый путешественник оставил полную сумку бомб в глубинах оружелья. В конце концов, они поросли, и из них выросло это удивительное оружие. Излюбленное оружие короля. Стрелка, который часто посылает служителя собирать бомбы. Вот это вот прикольное. Огненная рука. Модификация 2D6 плюс интеллект. Поджигает врагов. Это заклинание создано Албен Смолбор. Очарованное удивление в оружии. Так. Разнообразием пушек. Руку заклинателя охватывает пламя, после чего он может стрелять шаровыми молниями, как пулями. Око очевидца. Какая красота. Так, репродукция пушка ужасного очевидца. Когда-то пушка использует ее создатель, она призывает его пустоты молодого очевидца. Маленькая пушка. Стирает только автоматом. Так, стреляет майками, оружельский коммерсант. Краткосрочный коммерческий проект, основанный несколько недалековидными оружейными мертвецами. Застрелив четвертого покупателя подряд, они охладели к бизнесу. Хорошо. Еще нового. Щит девы. Блокирует и заряжай. Используется для защиты от пули. Этот старый побитый щит знал лучшие времена. Но еще можно послужить полезное дополнение к арсеналу любого оружельца. При условии умер... Так.
умеренного использования. Щиты хорошо, если только не развивать пассивность. Ракетные пули. Более быстрые пули. Кадетские. Однажды она стала ждать, пока пули долетят до цели, и придумала миниатюрную ракету для ускорения каждой выпущенной пули. Морозные пули. Ледяной коготь. Все пули могут замораживать врагов. Это усовершенствование прикрепляет маленькие холодильники к каждой выпущенной пули и заметно, понимаешь, понижает ее температуру. Она была случайно изобретена коллективом департамента закупок, когда кадетцы сказали букву «Остынь». Быку. Так, это была у нас... Это было... Сигареты. Опасны для здоровья, могут привести к серьезным заболеваниям и даже к смерти, но все же чем-то привлекают. Синий камень Гуаса. На моей стороне. При получении урона замедляет время. Ага! Синий камень Гуана или же камень критического восприятия повышает скорость реакции носителя в опасной ситуации. Стала техник прицела. Переворот уничтожения. Этот древний метод ненадолго увеличит мощность оружия при переворачивании столов. Глава 3 сутры стала в переворачивать столы. Мы тоже совершенствуем. Кто познает стол, познает себя. Бутылка сердца. Жидкая жизнь. Пассивная. Это удобная переносное устройство добавляет один контейнер с сердцем. Открывается с обеих сторон, чтобы было проще чистить. Так, пачка денег. Пассивный тег. Тайны. Масонские тайны. Проявляй тайные двери. Можно использовать для подкупа беспринципных кирпичей. Доносчиков, которые готовы предать своих мартирных собратьев за горсть непризнанного металла, не является законным платежом средством. Платежным средством. Ну, это который вы то, помните, показывали нам, где секретка, типа, стояли около нее. Так, кардинал пушки. Высокопоставленный член ордена истинной пушки. Они несут слово калибры оружевших мертвецов, имея на то ее благословение. Пепельный патрончик. Золушек. Это патрончик, испепеленный каким-то неестественным пламенем, способны преобразовать в поиске 9-летия, если их не тревожить. Какой 9 лет, нихера себе. Блин, а я его с обратно не успел забрать. Ветеран-дробовщик. Застрельщик. В этих могучих солдатах сочетается мышление снайпера и поражение силы дробовика. Их можно сбить с толку непредсказуемым перемещением. Пепельный дробовщик. Так, бледный заряд. Эти дробовщики исследуют какие-то неестественные пламени, поднятые чужой волей жизни. Кто управляет этим оружевшим мертвецами из-за завесы? Наряд снайпер. Это был, да, у нас... Пумия. Заморозки. Берегитесь их темных чар, подталкивающих живые патроны к погибели. Еще при старом короле древние оружевшие мертвецы крепко пеленали. Окей, черепули. Так, черепули — это оружевшие мертвецы, восстановленные силами темной ржеманти. Их можно призвать из могил полостей в огромных количествах. Шлемочереп. К бою готов. Шлемочерепа — это бронированные и, как следствие, более опасные черепули. Такие, как голова черепули, очень велики по сравнению с их телом. Самым эффективным видом защиты для них является шлем. Так, это был тозик. Тозик в бешенстве. Это резинщики, которые надоело, что все им помыкают. И развили в себе атакующую способность. Тазики быстрее и владеют электрошоком, поэтому они могут быть весьма опасными. Кислотный, да? Ядокаплины, освобождение от мук, присущие ядовитокаплиедам. Маршируют под песню свободы и неестественно бросаются в атаку. Адокаплиида. Генетические процессы, использованные для создания ядокаплиида, привели к нарушению в их репродукционной системе. Ядовит и настороже.
отравленные отношения. Эдакоплин. Химическое оружие. Эдакоплины, оставившее за собой ядовитый след, является ужасающим шагом вперед в каплионский военных технологиях. Долбокоплин. Подавать холодным. Остерегайтесь круговых брызг долбокоплинов. За ними всегда следует несколько точных атак. Ледяные сердца долбокоплинов, выведенных когда-то Каплинской империей для неудачной зимней кампании, не видает, так, не видает жалости. Эти были у нас. Дымок был. Дульная вспышка. Синее горение. Так, не следует недооценивать эти сияющие сферы. Они говорят прочих дымков, и мало кому удалось выжить, чтобы описать их великое сияние. Так, глубины оружия изредка производит на свет эти создания. Можно наблюдать, как они растерянны и неуправляемы рассечивают. Рассчитывает небо своими огнями. Кубугруз. Магическая смерть. Так, после затвердения становится неуязвим. Кубокоплин, слишком долго пробывший в кубическом виде, не способны вернуться в исходные состояния. Кубокрузы приняли эту судьбу и научились так намагничивать свои остальные тела, чтобы возвращаться свои собственные снаряды обратно после выстрела. Ученик чародея. Чаружейник. Школа чаружейника предполагает таинственную форму. Ружемантия, искусство призвания пули из-за завесы. Красный маг. Так, накладывает заклинание. Чаружейник призывает пули, кто укрепляет его чары. Опытный искатель приключений не начинает атака, пока круг пуль не разорвется. Высший чаружейник. Синий маг. Высшие маги знают на один вид магии больше, чем их собратья в красных расах, и никогда не позволяют об этом забывать. А это было. Умудренный чаружейник. Настало время удивительных историй. В отличие от своих деятелей, собратьев мудреные чаружейники предпочитают изучать старинные предания, а не практиковать оружемантию. Так, оружемант. Это, кажется, был, да? Оружемант — это темные чаружейники, изготовленные со верхней этаже оружелия. Он поединок один уклоняется. Так. От поединка они уклоняются. Но оружевшие мертвецы, которых они призывают, сражаются без устали и могут быть чрезвычайно опасны. Заклинатель. Адепт запретного раздела оружемантии. Эти проклятые жрецы имеют превращать простых убителей жизни в жуткие заклинавшие. Забытое искусство. Так, это было, было, было. Катапушка. Лучшее нападение. Катапушка — не механическая сражи, создание камней, какие-то находчивые искатели приключений. Так, многие годы тому назад. Был детонейшн. Оружейный маньяк был. Призрачный оружейный маньяк. Извне. Высокопоставленный оружейный маньяк, который продолжил службу даже после того, как его доспехи пришли в негодность. Людоспор. Дрвошляпки. Родители грибного царства Любоспора вызывают над своими детьми грибами и производят пулевые облака, размер которых под стать его собственным. Горный куб. Угроза лавины. Эти отважные защитники атакуют пришельца в любом направлении, которое можно назвать вертикальным или горизонтальным. Паук-бластеровик. Из пушки по пауку. Паук-бластеровик объективно в себе сразу два пугающих качества. Он стреляет, и он паук. Паук-бластеровик проник в измерение оружия через создание проницателем. Так, мина разрыва в завесе. Он плетет сверкающую паутину из пуль, которую ловит завоевавший оружельцев. Также оставшийся за собой липкий след. Скелетрона. Пластилин могилы. Зал. Эти духи оружейших мертвецов, состоящие из сотен отстрелянных гильз, наделены неописуемой властью, пока их черепа не навредимы, они способны полностью восстанавливаться. Револьвератор. Послушник Лича.
Это зловещие рыцари, чародеи, которые изучали оружие под руководством самого создателя оружия. Зловещие револьеторы, которые, старавшие даже мертвого оружельцы, спустились на несколько ступеней по долгому и мучительному пути лечедейства. Теневой колдун, тень зла. По-видимому, управление видимыми хозяином, эта таинственная форма с недавних пор бродит по оружию. Король Патрон. Пулевой зал. Король Патрон, восседающий на свинцовом троне, правит оружевшими мертвецами свинцового форта. Он приблизил к себе каждого, кто достаточно храбр, чтобы войти в его святой святых. Берегитесь его секретаря, ибо таит он в себе ужасный гнев. Бронедав. Оружие 100%. Оружевшие мертвецы научились управлять этим могущественным творчеством военных мыслей и приспособили выстреливать себе из него мощными турелей. Это реликты времени неудачной оккупации оружия гегемонии. Судя по всему, восстановившие его оружельцы, мертвецы предполагали под себя множество военных приспособлений. Зеновет, демон Мортир. После того, как первые оружельцы преодолели полость, могучие оружейцы создали Ценоведы из останков сотен падших оружевших мертвецов. Инфернальный барьер, не позволяющий пройти в кузницу. Повелитель дверей. Владыка имиаторов. Это массивный иммунлятор дверей дверного типа, за которым охотятся все оружельцы. Иммутаторы. Чрезвычайно древний и почитаемый вид. По оценкам пушкологов, старейших из имитаторов. Вероятность древнее самого оружия. Ну, короче, это самый редкий босс, по идее, если не ошибаюсь. Да. Ну что, полетели. 17 минут уже прошло. Еще часик. Много текста. Много текста. Я не понимаю, почему мне хлам типа не засчитывается никакой. Ну, типа ходячий хлам. Блин, я бы не сказал, что... А, ну заряжается от комнаты, да? А, окей. Окей. Не требуется. Хорошо. Пуль мало. Единственная фигня. Мало пуль. Здорово. Писали пулемет Томпсона. Да. Глань. Ну, пойди. ППШ это, да? О, ты ж ё-моё. Ох, ты ж ё. Так, ну это ладно, новый противник. Но это те... У меня дробовик есть. Это хорошо. А чё я пистолетиком хожу? У меня... Такое вот есть. О, ну нихера. Мне ключи нужен. Если найдем магазин, нужно будет закупиться ключом. Так, а книг я, кажется, еще не встречал, да?
Тихо. Хорошо. Отлично. Пойдем по прямой. Босс. Угу. Так, где-то, значит, здесь, да, будет магазин? Ванго возьмем. Так, магазин, мне нужны пули. Ой, не пули, эти ключи. Давайте я сейчас отдам то, что найду. Даже синий сундук. Я не знаю, по редкости по ней зеленый, потом синий, да, идет. Готово. Отлично. Здесь у нас какой сундук? Золотистый. Найс. Найс, найс, найс. У нас там еще вперед есть проход. Вот отсюда наверх. А, ну это у нас просто потайник. Ладно, это нам не нужно. Ага, полетели. Пушечник, 100% природных компонентов. Подожди, а мне ячейку дали, точно. Король пуля. Нормально. Она что, эльфийка? А, точно, он же летает. Он же летает, о чем я? А-а-а! Бля, ты что, офигел? А тогда он почему-то не нападал. Ах ты ж, ё-моё. А, я пойду все-таки скину этим. Парнишки. Лазерный прицель. Царь точки. А, будущий гангстер. Замечу, что там изменились пули. Так, мне бы желательно... Скорее всего, забрали, да? Ай-яй-яй. А что тогда сделаем? Го сюда. Я ему пушки отдам. Сколько у меня их? Но основную я отдать не могу. Блин, ладно. Это окей. Создаем. Я хочу одного персонажа. Это пульку. Пулю. Собственно, оружие. Давайте вниз. Посмотрим, может, на этот раз. Нет. Странно. Где этот? Этот. А, походу это...
том, о ком, в принципе, речь шла, да? О ком речь шла? А где моя ППШ? Лучше тогда этот ствол брать. Так, у нас тут сейф. Золотой, хорошо. Тогда быстренько сюда, погнали в эту сторону. Хочу вот эту деталь, исходную капсулу. Так, ХП. 30-30. Давайте возьмем ключ. О, да ладно тебе, серьезно. Он меня зацепил. Обрез на самом деле такой не очень жесткий. Если брать по его способности стрельбы. Да, да ладно тебе, серьезно? На патрон прыгнул. Окей. За ХП мы сейчас сходим. Да ладно, начинается. Начинается. Изи. Эта пушка очень хорошая на самом деле. Так, пчелиные соты. Правильные пчелы. Так, у нас здесь еще 20 целых сундука. Какой у нас там зеленый сундук? И здесь зеленые сундуки. Хорошо. Заперто. Хорошо. Готово. Видите, не хватает типа одного выстрела в площадь. Тогда вот типа плохо. Вау, вау, вау.
ты ж его, как он может, как он умеет, нихера себе. Так, это походу мне здесь, да, нужно заюзать. Стеклянный каменный гуана. Так, окей. Я могу два сундука открыть уже. Так, хорошо. Значит, полетели сюда. За ХП. Теперь сюда полетели. Так, зачарованный лук. Окей. Теперь сюда. Благосклонность судьбы используется для удачи. Теперь летим сюда. О, подожди. Ну, давай вот это засунем туда. И... дробовик. Так, время смерти, импульсная пушка. О, найс. Посмотреть. Ну, я думаю, это неплохая пушка. Глазник. Очевидец. Воу-воу-воу-воу! Ладно, сойдет. Я не понимаю, как пробел работает. Немножко не врубился. Так, бюллетени. Бюллетени, бюллетени. Скорее всего, я его нажимаю, и вокруг меня типа отражаются пули. Скорее всего, я не знаю, какой-то промежуток времени он действует. Или как? Наверное, да. Может, мне нужно пройти игру, чтобы там кто-то был. Зашибись. Мне легче рели вот этот юзать дробовик. Давайте меня побили. Да-да-да. Боезапас получен. Я не то нажал. Ты что такое было? Вокруг меня пушки катались. Окей, побежали сюда. Новый враг. Магаз. Ящик. Стеклянная пушка.
Ой-ой, подожди. Ну да, это типа, знаете, хорошая пушка именно против таких врагов. Ладно, пускай будет. Может быть, еще приду за ней. Еще новый враг. Какой-то тотем. Какой-то тотем. Угу. Ага. Да, вот это неплохая пушка. Типа я мог бы на тележке прокатиться, но... А чё такой маленький урон? Даже пуль нету. Так, а это нечестно, чё на вас ловушки эти не работают? Пилы эти. О! Нифига себе, как оно работает. Готово. Да, с хп у меня не густо. Вообще не густо. Ага. Готово. 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 Заряжаем эту пушку. Гоу сюда. По низу пойдем. Да, хп у меня вообще. Еле-еле. Ну, знаете, мне нравится, что здесь так немного динамично все равно как-то идет. Что более-менее динамично. Хорошо, в эту сторону. Ух. Эти стены, как я понимаю, ломаются. Вот эти. Отлично, но босса мы уже нашли, в принципе. А, тут еще есть один друг. Хорошо. Вау. Вулканическая пушка. Война без ограничений. Окей. Давайте слетаем сюда. Я куплю ключик и хп. Так, пишу, мне нормально пуль. Теперь мы отправляемся вот сюда. Я пойду убью того секретного босса. Я не знаю, почему они так часто начали сувать тут боссов таких. И убью его с помощью вот этого вот механизма. Подожди.
Я понял тебя. А мне туда не попасть, да? А, пф! Тут проход есть. Почти угадал, что мне туда не попасть. Так, стража. Ой, стоп, это еще одна. Да, это ты, приятель. Приветствую, друг. Рад встрече. Что привело тебя в это оружие или подземелье? Еще оружие, как и все прочие. Ты знаешь, зачем я здесь? Не вполне понимаю, что ты имеешь в виду. Ты здесь, чтобы уничтожить свое прошлое, верно? А, Мэнни передает привет. Оха, понятно. Ты понимаешь, что со мной шутки плохи, да. Ну хорошо. Сзади. Он реально думает, что он убежал. Похоже, меня настигло мое прошлое. Пора его убить. О, да ладно. Изи. С ума слети. Защищай комплект. Открыт. Защит комплект получен. Так, патрон мастер. Третий зал. Бутылка сосуд сердца. То есть я туда могу сердце положить, да? Да, нафиг надо. Мне произошел ученик Мэнни. Как унизительно. Похоже, в этом перекате, о котором он постоянно твердил, действительно что-то есть. Вот чего я не пойму, почему в тебе не попадают пули, вроде должны были быть. Думаю, я вернусь к Бреше. Ну все, зашибись. Так, теперь давайте по сундукам. У меня ключи есть, да? А у меня один ключ. На все это место. Давайте тогда вот этот я открою. Чтобы здесь... Око. Око переката. Не пойму, ладно. Вот это тогда ломаем. Хлам. В следующий раз использую клавишу. Поехали. На босса. А, снова танк. Найс. Найс, 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 найс. Бронедав. Уф, как-то имбовая пушка. Именно против боссов. Я знаю, куда я тебя пополню. Так, боезапас. Значит, вот этот белый камень Гуана. Вот этот буду юзать. Не, подожди, у меня же вот этот есть. А пулемет я ставлю на боссов. Не, ну оно и рели имбовый, типа... Бесконечный боеприпас, то есть можно не перезаряжаться и довольно быстро вносит врагов. Полость. Лед. Изи. Так, хорошо, идем дальше. В смысле, меня задели? Как это возможно?
Как это было возможно? Токсики, токсики. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Вот эта типа песня мне прикалывает. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Не, а тут враги стали посильнее. Мне этого уже недостаточно по урону. Тихо, подзаряжайся. Песня классная, нужно будет себе в ВК добавить ее. Так, старался перезарядиться. Оп. Когда создается характерный звук, значит он бросает свой этот. Не-не-не-не, кого ты призвать хотел уже? Пустышка. Готово. Идем дальше по прямой. Хорошо, босс. Идем наверх. Ё-моё. Я подумал, что стол-то перевернутый. То я и за ним так стоял. Храбро. Тучка, тучка, тучка. Тучка. Это просто тучка. А, вот кого ты призываешь. Теперь ясно. Теперь понятно, кого ты призываешь. Ой. Кажется, это мы уже проходили. Да. Вообще не хватает дэмэджа. Что у нас еще там есть? Лук Капидона, да? Давай попробуем его. Ясно, какая-то смерть теперь у нас появляется. Поехали сюда. Мне желательно бы где-то магазин найти. Желательно, о, наконец-то магазин. Я трачу все на хп, на броню. Либо я отъеду просто. Ладно, только броню. О, Desert Eagle. Ай, ладно. А сколько тебе нужно, приятель? Пчелка застряла. Застряла пчелка. Все?
А, это когда 50 пополняет. Да ё-моё, серьёзно. Ай, боже мой. Пули с дистанционным управлением. Ха-ха, прикольно. То есть, поняли, они будут чисто постоянно ровно лететь. Давай тебя. Это классный. Классный предмет. Очередное место, где я хер куда попаду. Ну, гоу, тогда сюда. Открываем сундук. РПГ. РПГ. Усовершенствованный. Голые... О, статуэтка. Мне теперь нужно сюда. Я закину челу предметы эти. Давай тебе это скину. У меня сколько так, разве они тебе не нужны? Слушай, а как мне тебе их отдать? Можно как-то выбросить? Подожди, настройки, управление. Значение клавиш. Арта. F, бросить оружие. Подожди, подожди, что там еще было? Бросить предмет. Ничего я тебе дать не могу. Я не понял. Управление. Не врубайся. Го, я тогда сюда РПГ дам. И сюда я дам лук. Мега рука. Р. Ну это Мегамену ссылка. Ладненько, поехали. Ох, манать. Толбы убийцы. Подожди, подожди. Столбы убийцы, чертовы. Изи. А как я это получу? А, считается только на боссе, да, если я не получаю? Патрон мастера, четвертый этаж.
Прикольно. Патрон мастер это плюс одна ячейка к нашему хп. Блин, нужно, короче, будет пулемет апгрейднуть. Нужно будет апгрейднуть пулеметик. Кузни. Может, мы хотя бы сегодня впервые с вами пройдем все это дело. Бля. Нихера. Да ладно. Жесть. Это бред. Пошел. Я думал, это имбовая будет пушка. Она даже простых не убивает. Она даже простых не убивает врагов. Ну-ка дальше. Ух ты, все. Хорошо, ключик упал. Так, у нас два ключа. Привет. Очень давно сюда никто не спускался. Хочешь убить свое прошлое, тебе удалось зайти куда дальше, чем большинству. Если ты считаешь, что все будет просто, у меня для тебя плохие новости. Что ты имеешь в виду? Оружие может убить прошлое, как и любое оружие. Ему нужны патроны. Если хочешь преодолеть достаточно глубокую дыру, чтобы покинуть это место, тебе нужна особая пуля. Иначе, ну, здешняя магия древняя и могучая. Ты можешь оказаться здесь снова. Я мог сделать тебе пулю, но мне нужны очень редкие материалы. Скажи мне... Так, что тебе нужно? Кто ты и откуда ты это все? Так, я простая оружейница, и чтобы все это узнала... Мне потребовалось очень много времени. И не только тебе удалось забраться так далеко. Чтобы создать пулю, мне нужно исходный капсюль. Капсул, наверное, имеется в виду. Потерянный в верхнем зале. Немного сокровенного пороха, который добывается в сердце ожерелья. Осколок планарного свинца, отколевший от великой пули. Иногда он падает в цель. Он попадает в цель. И обсидиановая гильза, высверленная из зуба великого зверя. Принеси эти, все эти мне неважно через сколько жизней, и я помогу тебе. Эй, еще кое-что. Тебе не понадобится рубиновый браслет? Если увидишь, может, мне принесешь? Это не срач, это не срочно. А вот и снова ты. У меня для тебя кое-что есть. Нет, не ту. Что еще тебе нужно? Посмотри. Что там мне от тебя еще нужно? А, я понял. Золотой амулет амуниции. Ключ. Доспехи. АК. Шифратор. Доспехи. Го ключ возьму.
Или стой, может я магазин найду по пути. Мне бы патроны. Мне бы найти патронов где-то. Так, битва с боссом. Храм воздвинувший пули, ныне павший. Принеси на алтарь кровавую жертву. Уйти. Я не буду давать кровь. О! Найс. Просто GG. Еще на босса идти. Нужно было идти на босса. Нужно было хотя бы вам босса показать, как он выглядит. Так, присоединяется к пристрелке. Разный великан. Ну блин, мы хотя бы очень далеко на самом деле дошли с вами, да? И у нас, получается, остается только один персонаж. Это охотница. Охотница. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас новенького. А, пес. Junior 2. Верный товарищ находится предметы при очистке комнаты. Составляет компанию охотница. У него хороший нюх на сокровища, но все попытки... Так... Обучение его боевым приемам ни к чему не привело. Так, что здесь? Стоп природного компонента. Это листовый бластер, изготовленный из пушечника редкого вида, произраставшего столько в окрестностях оружия. Р. Мега-рука – реликвия времени десятилетней войны с роботами. Могучие повелители роботов собирались приспособить ее к своему стилю боя. Это базовая модель, так, но работает неплохо. РПГ – усовершенствованный. Стреляет реактивными гранатами, так, ускоряющимися на короткие дистанции. Снайперская винтовка. Медленное прицеливание. Так, низкий темп стрельбы, бронебойная. Каждая снайперская винтовка, ручная работа, оружейного мертвеца, райфла чуть-чуть отличается... Так, отличается друг от друга, и хотя в оружии немного возможностей для стрельбы с большинства расстояния, это оружие является грозной силой в твердой руке. Ни хера подобного. Чё-то вообще она не убивала даже обычных, слабых. Так... Вулканическая пушка. Вот это имбовая вещь против боссов. Излюбленное оружие огромной хищной птицы. Гнездащее в оружие его стоит опасаться. Но это имеется в виду под чайкой. Пистолет-пулемет Томпсона. Да, глянь. Это оружие предпочитает органические преступники и экспансивы. Каких только прозвищ она не удостоилась за сотни лет существования. Его ласково называют пушкой Томми, окопным веника... Чиганский принтером и четвергом трезвенника. Не знаю почему. Зачарованный лук. Время зачаровывать врагов. Этот лук был любимым оружием Прайда Венеры. До ее гибели стрелы носили небольшие физические урон, но покрыты сильным галлюциногеном. Даже легкая царапина приведет к замешательству врага и друга. Импульсная пушка. Стреляет импульсом не как герентной энергии, ранее недодержанная версия совершенного энергетического оружия. Так, у нас там новые враги были. Много, да? Так, этот был. О, палач. Экзекутор. Дробовщик-убийца. В отличие от других дробовщиков, эти гильзы в колпаках обладают некоторым навыком оружемантии. Собравшиеся в группу становятся смертельно опасными. Ловит врагов цель... Так, цепными пулями. Профессионал. Внимание всем. Профессионал зовут только самых одаренных, гильз-снайперов. Эти меткие убийцы
Переборудовали свои винтовки на стрельбу специальными разрывными зарядами, которые при попадании превращают в вертоносную шрапнель. Вертоносная шрапнель. Так, вот это. Солнцекоплин. Л-1000. Свинцовое состояние, тяжелую пехоту Каплинской армии. Огромная масса не позволит цинксонской делиться, она после смерти, их температура стремительно повышается. Княженцы. Так, Чаржея 101. Для поступления в Чаржельцы требуется прочесть эти огненные тома. Так, было, было. Бардоружелец, патрон летописец. Это начинающий маг абитуриент школы чаруженцев, который старается добиться расположения старших. Осторожнее, сами по себе они редкие трусы, зато они способны существенно усилить любого противника. Заклинарии. Кровавый маг. Заклинарии – уродливый апофеоз бардужельской магии. Эти жирные приживальщики имеют заклинания всех оруживших мертвецов в комнате. А, то есть он умеет вообще любую использовать магию, которая имеет... Ну, могут эти маги, которые в комнате. Пушкаренок. Так, и петь, и пузыривать. Юный отрас какой-то огромной твари. Пушкарята уже почти доросли до настоящего огненного боя, но еще не научились контролировать свои способности. Великая акуля-пуля. Самая большая пуля. Эта акула-пуля крупнее и быстрее остальных. Эти акулы... Так, страшится все оружие, хотя за год акулы убивают на удивительно мало народу. Может, до них пока дойдешь? Служитель культа пушки. Последний из ордена. Оставив желание, отбросив или изменив прошлое, эти фанатические последователи пушки стали непредсказуемыми и неуправляемыми. Порой они неактивны, порой примыкают к оружейным мертвецам, чтобы защищать сокровища оружелия. Многие адепты культуры узнали секрет переката от Сира Мануэля. Оператор автопушки. Подай патроны. Операторы автопушки – это останки бывшего легиона оружейных маньяков, знаменитых своих уникальных оружений. Так, шаркающий патрон, оживший идол. Тотемические подношения семи вооружений богини пуль. Мудрые оружельцы управляют длительностью боя. Их агрессивность растет по мере того, как они разрушаются. Вот. Патронопультель. Ангел заряда. Всех нас ждет смерть. Это воплощение воля, калибры. Они преследуют живых с непоколебимой решительностью. Так, сейчас. Так, возвращаемся. Кто у нас там еще был? Пипец, вот сколько здесь видов боссов, да, и так мало сразились. Столб-убийца, каменные сердца. Это древние и звания героических павших оружейных мертвецов, оживленные духами возмездия. Мало кто из оружейных мертвецов способен сравниться с этими забытыми идолами. Быть может, их сковала еще более темная сила. Блокнер. Предатель. Это крыса, которую никогда звали Сир Блокнер. Предала своего товарища и в одиночестве искала славы в оружии. Он известен своим присутствием к щитам и демонстрирует презрение к перекатам. Дискуссия завершилась раз и навсегда после того, как он пал от руки одного из учеников Сира Мануэля. А мне интересно, я смотрел, что есть еще босс-крыса. Да, это типа из DLC-шки. О, ля, что здесь у нас? Статуя памяти о великой пуле. Это мне нужно собрать, да? Ну, блин, там предмет, который можно купить, но, черт тебя побери, это сложно. Гость сюда придем, сейчас быстренько поговорим с ним. Типа та-та-та-та, мы, короче, победили, да-да-да-да. Блокер готов. За действие свершилось возмездие. Благодаря вам я наслаждаюсь местью, это я никогда не забуду. Все равно я заставлю тут навеки, но теперь я отомщен, и это самое главное. Может быть, на этот раз я проведу вас. О, я знаю, я внесу это на ваше имя в департамент закупок оружия. Мне это больше
не всегда не нужно. Так, а теперь ступайте, дайте мне вкусить плоды проведенного возмездия. Ну все, да, получается. Жетон открыт. Жетон шерифа у нас теперь. Да? О, нам и пушку дали. Новую. Та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Так, гоу, короче, я в магазин зайду и закончим. О, призрак появился. Я отомщен и, возможно, со временем научусь прощать. До встречи. Мэнни, сколько лет? Ты совсем не изменился? До встречи. Ты всегда был такой бледный. До встречи. До встречи. До встречи. Йоу. Там все еще закрыто. Ну, пойди, все, да? О. Все, да? Товаров больше никаких нету. Ну, я, в принципе, думаю, давайте на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.